Вот он какой, посмотрите, какого цвета. Ночью в темноте еще. Ну что вы, его ни в коем случае нельзя трогать. Ну тут поле целое. Смотрите, не кончается. Ух, какие. Где корова пасется на данный момент, грубо говоря, вот. Чего? Вот так, друзья, грибники — это дело такое суровое. Всем здравствуйте, еду за грибами, ребятки, все, пока-пока. Итак, дорогие друзья, ролик небольшой, посмотрите, есть нюансы. Про шампиньоны. Ночью в темноте еще. Ну что вы, 6 годы пошли. Молодцы, а? Вообще, какие красавцы, а? Да. Маленькие, там сверху же такие. Вот так, дорогие друзья, кто, как говорится, рано встает, тому и грибы. Вот женщину набрали. Грибочки маленькие только идут, свежие. Пойду по следам. Но они сказали, что поздно. А вот он, шампиньончик. Ну все, дорогие друзья. Вот они, шарики стоят. Так, это кто? Шампиньон. Ну, не знаю, насколько это увлекательно будет. Если я буду каждый гриб вам показывать, наверное, нет. Так что встретимся попозже сейчас, друзья. Что-то наберу. Вот он какой, посмотрите, какого цвета. Вот они прям любят возле коровьих лепешек расти. Красавчики. Вот розовенькие такие. Дорогие друзья, вот такие грибочки попадаются. Это дождевичок. Очень вкусный гриб. Очень многие его не берут. Но это, как говорится, их не проблема. Очень обалденный. Вот он, смотрите какой. Его надрезали. Все, он беленький, значит нормальный. Если желтенький, значит уже невкусный, так сказать. Какой красавец, большой такой, налитый. Много переросших грибов, их уже брать не стоит. Уже сыпется. Он прям возле дорожек еще любит натоптанных произрастать, ребятки. Вон они какие. Много переросших, говорю. Вот они. Вот они, красавцы. Вот так вот. Переростки такие большие стоят. О, какие. Ну тут поле целое. Смотрите. Вот они. Просто не кончаются. Вот они, сколько много шампиньонов. Ох, какой сказочный такой гриб. Вот они, красавчики, дождевички, а. Вкуснейший гриб, просто сумасшедший вкус. Вот такие полянки попадаются, из них 2-3 грибочка можно выбрать, в принципе, которые розовенькие. Черные уже, как говорится, брать-то не надо. Спалили бабушки, идут за мной дружно. Еще, ребята, когда ходите по полям, где коровы пасутся, не забывайте, у них там проводочки под электричеством. Ну вот, они сшибают, так сказать, током бьются. И так скажу вам, довольно прилично. Поверьте, я проверял. Вот он какой, хоровод круглый, посмотрите. Вот так, друзья, грибники — это дело такое суровое. Дождь идет, а мы вот работаем, как говорится. А гриб идет, а гриб идет. А гриб идет, а гриб идет. Спасибо. Так, ну что, друзья, еще заметил, знаете, какую фишку? Вот где корова пасется на данный момент, грубо говоря, вот, и, так сказать, поле открывает для пастбища. И вот ее свежий, так сказать, помет, он провоцирует, наверное, грибы на рост. Вот другая вот половина поля, где корова не пасется, и здесь
давно уже не послать, почему-то тут грибов вообще нету. То есть, как бы, да, делайте выводы, где вам ходить собирать. Ну, здесь реально вот перешел в те места, где корова вообще не пасется, уже, видать, поле отдыхает для травы. Тут нету грибов. Они вот именно по свежачку. Не забывайте, что провода под напряжением. Я вам сейчас покажу, какие провода. Они визуально как в оплеточке такой выглядят, как будто это веревочка. Но нет, там вот как раз вшит этот электропровод. Не знаю, какое там напряжение, но щиплет хорошо, ребята. Так что будьте внимательны и аккуратны. Так, ну что, друзья, вот 12-литровое ведро. Ну, почти полное, уже не стало там корячиться, так сказать. Полтора часа погулял, хватит. Поэтому вот так вкратце август месяц. Грибочки начинаются. Уезжайте, походите по полям, где пасутся коровки. И, возможно, вам повезет набрать немножко грибов. Вот, друзья, этот кабель. Его ни в коем случае нельзя трогать. Особенно голыми руками, иначе током шубанет.